Манюнь! Мань! Маня! Так, цели. Жанна должна выносить не менее 3 британских замков. Ёпс туда, и видите, что у вас есть подходящее осадное орудие, причем нападать на низкие замки. Местность вдоль реки и на востоке богата. Вдоль реки на востоке, там вы можете создать свой город. Вот это кайф. С нуля. С нуля. Убить. Главное убедиться, пацаны. Главное убедиться. Убедиться что? Так, это иди сюда. Блин, как вас объединять в отряды-то, пацаны? Ну, короче, конники должны быть в отдельном отряде, а... Да блин, ты чё? А эти в отдельном. Окей, пошёл развед... Разведочка пошла, а нам всем сюда. Ясно. Тогда знаете что? With these ships we can cross the Loire River and deal with any British warships we encounter. Да как тебя из отряда-то убрать? Ядрён колотун. Что нам написали? Что? Мужик, давай скачи направо, мы пока все сюда. Так, наверное, с вами вместе сразу, да? Чтоб время не терять. Это что у нас? Брандер. Что он умеет? Пока звездание корабля, войсками, брендованный костюм, это уже... Что умеет? Манюнь, включишь свет, Кровь на моем мече уже запеклась. Что? Смотри, у тебя как бы у тебя жопа не запеклась. Друг ты мой сердешный. Что происходит? А вот сюда вот, да, хорошо, поплыли. Ну, с брандерами, конечно. Брандеры. А, здесь достаточно плодотворные земли, я согласен. Так, эти пока не вылезают, а эти вот вылезают сейчас. И что? О! А как, а зачем они? Что они творят, нахрена? Ну вы, конечно, отморозки. Еще те. Дрить твое масло. Вы, конечно, еще те отбитыши. Вы зачем это сделали? Вашу мать! Не, ну пацаны. Вот это вот. Вломите, пожалуйста, разочек. Да вломите вы ему, Жанна. Он сейчас крестьян наших перебьет, подлюга. О, овцы мои. Короче, нам... Где там, сказали, земли богатые? На местность вдоль реки на востоке. На востоке. Но это, сука, не восток. Это вообще не восток, да? Так, мы пока не будем ни на кого лезть. Барашки наш. Бараны наши. Эй, бараны сюда идут. Мне кажется, нужно пацанам... Так, оп, взяли, высадили. Высадили, я сказал. Нам нужно понять вообще, так, это британские доки. Олени наш, бараны наш. Так, ты, конник, скачи на восток, там же богатые земли, мы слышали. Камень, отлично. Это боевой корабль, зато дешевый. Не, ну а их нужно, чтобы вдвоем они агрились, что ли, не пойму. Обязательно, чтобы они вдвоем так паскудно поступали. Пока стоим, улыбаемся, потому что я не уверен, что куда мы вообще. Можем пацанов, кстати, сейчас сразу на хавку отправить. Вдоль реки, говорит, и на востоке. Так, этого не трогай, пускай бегает Валера. Давайте сохранимся, мы будем полчаса. Полчаса их пере... Ну, здесь понятно, там как бы все ясно. Здесь много леса, кстати. Эту хрень надо развалить. Ну, не знаю, может, пока не будем трогать. Идет разведочка, ребята, идет разведочка по... Разведываю как боженька, как флэш, сущий макро. Теран сразу в 3 стороны. Ну, что-то я не вижу на востоке, сука, богатой ресурсами земли. Может быть, конечно, долблюсь в глаза, но...
Ребятки, дайте нам землю, богатую ресурсами. Ну тут лес, допустим. Мы нашли залежи камня. Еще залежи камня. Может быть, действительно на востоке. Залежи баранов нашли. Так, так, так. Это спокойно, это понятно. Это ясно все. О, золото, камень. О, да. Да, мне нравятся эти земли. Восток, значит, да? Эй, ты не лезь на них, слушай. Давайте перехватывать баранов, и вот здесь вот и будем жить. О! Давайте вот сюда вот, к золоту камню. Так, а что с выходом к реке? А кто украл наших баранов? Алло! Ку-ку! Не-не-не-не-не, я про... Ребят, я мимо проходил, я не собираюсь, я вы что, я даже и не помышлял. Пожалуйста, вот здесь есть еще золотишко немножко, да, здесь совсем мало камня. А здесь прям, ну, прилично. Нам можно как-то так... продумать все. Так вот они задираки, а! Вот они задираки, на Д стоять. Лучники могут стоять. Так, я хочу еще вот здесь вот разведать. Мне просто нужно понять диспозицию. Если они в агрессивном режиме, то могут и больше, чем вдвоем на один корабль напасть. Ё-моё. Ну вообще двое нужно, да, насколько понял, лежака? Ну, я думаю, вот отсель грозить мы будем шведу. Мне кажется, что это хороший момент. Вот заблудшая овца сюда. О-о-о-о! Да, это действительно богатые ресурсами земли, только я не понял, а с какого хрена здесь? Так, а к реке здесь выхода есть? Нет? Есть. Ну, очень такой странный выход к реке. Очень странно. Ну, базу надо строить здесь, я думаю. Расхреначить им вышку сторожевую. Да, так и сделаем. Все, пошли по холодку. Идем сюда. Собрали всех нахрен баранов на карте, которые только были доступны. Слышь, там два барана тоже наши. Отдавай баранов, сволочь. Так, а я полезу дальше. Так, ну вот эти пока... Эти пока дойдут, пройдет миллион лет. Вам там поспокойнее как-то. Ну да. Можно, можно, можно. Три британских замка, все понятно. Можно начинать ломать кабинет. И не знаю, даже по реке стоит. Ребят, посоветуйте, по реке стоит мне как-то здесь. Естественно, хорошие, естественные эти самые, да? Хорошие, естественные укрытия в виде леса. Вот что мне нравится. Все так, нам можно пройти через этот? Короче, как-то вот, вот тут вот будем вырубать просто лес. А вот еще одно, да? Давайте то же самое сделаем. Так, эти дошли. Так, теперь, внимание, вот самый главный вопрос, джентльмены. Самый главный вопрос сего момента. А где строить базу? Ну, тут понятно, лес, камни, все дела. Вот здесь вот лесом мы хорошо, конечно, окружены. Вот здесь вот, если вырубить. Хер вы вокруг нее ездите, идиоты. Возьмите и убейте. Ладно, давайте вот здесь, хорошо. А где это здание-то? АЗ, да? Допустим, вот так. Что у нас лучников все меньше и меньше. Ну, как бы пофигу. А можете все это сделать? Спасибо. Так, хорошо. Давайте мы поможем строить дом. Вам сразу... А, лес как строить? А, Р.
такую вот лесопилочку замутим. И вот эти вот все бараны, сразу их нужно здесь. Тебе нужно захерачить мельницу, а W. Да, зачем? Ну вот сюда вот спокойненько раз, и всех баранов отведем вот сюда вот. Будем здесь спокойненько, ну как бы здесь нормально, мне нравится, здесь можно, можно обосноваться, мне нравится, что... А мы еще проплывем вдоль реки, проверим, насколько здесь... Ну нет, 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 мы просто гуляем, не надо нас убивать сразу. Мы гуляки, опа. Ха! У нас тут ребята заблудились. Да я удачно заплыл, да? Так, построим на пятерочку. Все отлично. Сначала нам нужен... Ну, в первую очередь экономика, конечно. В первую очередь экономика. Так, больше домов. Дома. Дома, дома, дома. Допустим... Допустим, допустим. Нам нужно... Хрен его знает, где их ставить. Давайте вот здесь. Класс! Офигенно! Вот какая классная игра. Мне так нравится все это. Так, иди сюда. Ты только сейчас пошел строить? Ты Василий, конечно, или Бабаевич. Вы там строите. Давайте так. Еще дома. Хотя, блин, я как-то странно их располагаю, мне кажется. Я просто думаю, это естественное укрытие. А они не естественные, нифига. Так, отменяем. Отменяем. Не знаю, мне кажется, что их вот вообще как-то вот так вот надо ставить. Просто хрен знает где подальше. Но это... Так, я... Это башни без грейда сами по себе стоять не могут. Можешь посейвить лучников. Да, ну, пораньше бы эту информацию услышать. Да, ну, ничего страшного, ребят. Потеряли и потеряли. Там у нас, ну, не так много полегло. Все, плывем. Главное не сдохнуть сейчас. Насчет того, что башни без грейда сами под себя стоять не могут. Спасибо за инфо, лежат. Маша, закрой двери, пожалуйста. У нас вообще вот, вот просто непонятно, что. Что мы охлаждаем. Манюнь, закрой хотя бы туда дверь. Так, этих сюда, этих сюда. Акью, акью. Кью-кью. Здесь все нормально. Здесь ребята приплыли. Ну, начинаем потихонечку развиваться. У нас перебор... О, в смысле, не хватает, да, этих самых домов. Ну, я надеюсь, нас не начнут убивать прям сразу. Очень надеюсь. Так, стоп, пятерочка. Ждем дома. Короче, ставим, ставим, ставим. Вот я так понимаю, что через shift тоже нельзя, да? Через shift, ребят, нельзя ставить дома, да? То есть каждый раз придется заново их. Это печально. Так, но зато у нас очень много барашков, нямка, все дела. Вот, и наконец-то мы можем нанимать крестьян. Короче, золото, камень пока нет. Для того, чтобы пойти в следующую эпоху, что нам нужно? Что нам требуется? Тележка. Если переносит на 20% больше ресурсов. 175 пищи, 50 древесина. Сразу да. Что еще? Ну, пока делаем грейды необходимые. И строим. Строим дома. Угу. Так, это кто там ходил? Так, мужик, я надеюсь, ты ничего не обнаружил. Здесь вообще был переход, что ли? Все, пацаны пошли сюда. Лучники сюда, иди сюда. Нормально, живем. С
Сразу тележки, наверное, мы правильно сделали, что... Угу. Да, но у вас тут действительно хорошая земля. Что уж тут говорить. Пару феодальных зданий нужно для перехода в замки. Ясно. Спасибо. Еще на лес, еще на еду. Тут пока чисто. Так, одного можем отправить сразу на лес. Вырубать здесь. Одного... Ё-моё. Да, там уже опасно. И чё, сразу бить начнёт их, что ли? Нет, ты ж просто на разведке, мужик, да? Наверное, не стоило их так далеко ставить, эти дома. Так, изучить дозор. 75 тысяч. Нет, сначала экономику. Давайте экономика в первую очередь. А, ребята, здесь так, здесь так. Здесь, да, да. Ну и все, стоим, улыбаемся. Что нужно, значит, может, фана 8 игроков. Ну, я же компанию прохожу, бро. Вот вы странные, ребята. Стрим обозначен, прохождение компании. А может быть, давайте пойдемте деревья польем на улице. А может быть, давайте еще что-нибудь. Так, да кто там постоянно лезет? Непонятные люди. Давайте вот сюда вот поставим лучников. Пищи много, этих тоже много. Теперь что еще нам надо? Вот эту штучку сделать обязательно. И неспешно продвигаемся, сохраняемся на, допустим, на двоечку, вроде нормально, пока ничего критического мы не сделали. О, к нам тут. Так, я понял, едут вот оттуда. Значит, там нужно поставить башню какую-нибудь. Пошел вон отсюда. Так, ладно, нет, стоп. Дозор, что нужно в замковую эпоху? А, мы уже в какой? А мы уже не в замковой, что ли? Да, мы уже перешли в другую эпоху, лол. Хорошо, так, тогда поехали, строим. Рудник... Что это такое? Кузница, рынок, рудник. Давайте рудник в первую очередь. Надо как-то научиться это дело постоянно. Здесь вот вышку надо будет поставить. Так, рудник, и начинаем добывать. Ты еще один домик. Ребят, посоветуйте, пожалуйста, билдодер. Не совсем пока понимаю. Ну, военные здания, не знаю, наверное, надо кузницу поставить, скорее всего, и стрельбище. Этих вообще не надо особо. Вышку, древесина и камень. А у нас нет камня, хорошо. Короче, камень в основном... Угу. Давайте построим конюшню. Это единственное, что у нас пока есть. На что у нас есть ресурсы. СЕ, так понимаю, да? И вот как-то вот так вот мы будем размещать боевые здания. Постоянно подстраиваем рабочих здесь. Здесь не забываем строить дома. На пофигу. И я так понимаю, что парочку на камень сюда. Потому что нам нужны нормальные стены прочные. Армия перешла в имперскую эпоху. Ё-моё! Он уже в имперской, понимаете? Но я надеюсь, он не будет на нас лезть. Мы пока просто бесконечно развиваемся. По идее, у нас не так все хорошо. Мы видим. Несмотря на то, что барашки бебе, нормально, но... Так, давайте... 100 пищи... Да, короче, нам нужна пища и древесина. Причем в каком-то, видимо, неимоверном количестве. Непонятно, как сколько ее нужно. Так, тут на 7, ну, мы пока только разведчика можем сделать, поэтому... Да, биты у нас юниты еще вдобавок ко всему. А если вышку мы уже можем... А, нет, у нас же камня нет, да? Сколько нужно камня? 125. И
пацаны, я думаю, очень долго будет это добывать, но давайте попробуем все-таки на 15% быстрее. Пища древесина, пища древесина. Так, у нас на еде мало народу, да, у нас сейчас? У нас сейчас вот здесь проблема, хорошо. Мы продолжаем штамповать дома. Эти таскают здесь, эти таскают сюда. Да, здесь камня добыча изучается. И мне кажется, что пора уже... Да хотя нет, нормально. Всех баранов переел уже. Феодальное здание, кузница, рынок, конюшня. Издание для лучников. Кузница, рынок, конюшня. Хорошо, С... А, точнее... Рынок, кузница обязательно. Кузница на какую кнопку? Будем... С. А, С. Будем потихонечку, ну, как бы тут изучать. Может, даже две кузницы нужны. Так, мельница. Ну, уже будем сейчас потихоньку разбивать ребят на такие штуки. Так, еще крестьяне. Видите, у нас по-прежнему не хватает еды. Все печально, кузница строится. Здесь, наконец-то, все нормально. Можем ли мы построить АФ? Да, можем. Ну, допустим, вот сюда вот мы поставим ее. Вот в таком вот естественном укрытии. Она будет стрелять, если к нам подойдут на каком-то... Так, 75 пищи, это мы сразу делаем грейд. Так, давайте, все, начинаем. Начинаем всех свободных. Ты еще один дом захренач. Все, все остальные пока заняты. Ну, бараны. Бараны — это здорово. Но они заканчиваются уже, да? Сразу здесь. Сюда, это сюда, да. Ну, нам придется, наверное... Что такое? Да, не доехал. Ха-ха. Тут мы, значит... Через шифт нельзя, ребят, да, возвращать куда-то в нужные места. Так, для этого нам нужно что? Пища, золото и два здания феодальной эпохи. Ну, пока у нас реально всего впритык, поэтому здесь вот вычищаем эти все дела. Кузницы сразу делаем. Грейды, да, пищи, нам нужно много пищи. Блин. Иди вырубай. Так, ю. Ладно, все, этих хватит, наверное. Иди делай тоже здесь, сюда. А, кто еще у нас свободен? Блин, их пока недостаточно древесины, иди на лес. Все, пацаны рубят лес, пока все нормально. Пока все ровно, да? Тут добывает, тут добывает. Ты бы еще посредине карты поставил место, куда золото и камень складывают. Что, неправильно сделал, да? Я просто думал, что из золота, из камня они... Да нет, уже не очень далеко. Я просто думал, что одновременно и для того, и для другого. Так, иди сюда, иди на лес. Иди сюда. Так, где у вас тут? Давайте, обрубайте уже эти пеньки, потому что нам нужно расчистить здесь место. Я думаю, что вот эти вот пеньки нужно быстренько обрубать. Пища, золото, кузница. Делаем пока грейды, делаем грейды. Плюс один к атаке, один дальний стрельбы для лучников, конных лучников, галер, дракеров, ратуш, замок и башен. Ну тоже надо, да, пища, золото. Давайте, давайте, давайте. Нет, мы все еще не можем здесь сделать так. Так, с древесиной нормально, все, надо построить рынок, наверное. АД, рыночек. Ну, хз, зачем, но... куда бы его воткнуть? Давайте вот сюда вот. Ну смотри, обычно ставят почти впритык золото и отдельную для камня, чтобы было место только для крестьян, и они инстант складывали ресы туда. Я понял, ну ошибся, я же просто, ну вместе с вами, точнее вы-то уже знаете игру, а я ее пытаюсь изучить. Надо уже переходить, наверное, да, в эту. 800 пища, 200 золота. Нет, какая-то музыка пошла страшная. Слушайте, нас сейчас могут напасть, но, наверное, нет. Наверное, еще не могут. Все, вырубили. Аллилуйя. Раз. Два. Три. Кто еще свободен? Еще на лес. Так, все, тут уже пеньки остались. Хорошо. Давайте, рубите здесь. Рубите здесь.
Продолжаем крестьян побольше. Чешуйчатая броня. У пехоты только, да? У кавалерии последник обычное зрение защиты от стрел. Вот, кавалерии изучаем. Да, и все, сейчас пытаемся перейти в... Нет, еще никуда мы не пытаемся перейти. У нас, во-первых, еще... Так, кнопка Ю какая неудобная, вы не представляете. Повозка. Ну давайте попробуем одно. Куда она поедет, я не знаю. У нас вообще есть союзники. Как посмотреть, ребята, у нас есть союзники на этой карте или нет? Твоя башня, кстати, тоже без грейда, так что можешь ставить вторую рядом с ней. Спасибо, лежака. У нас есть союзники на этой карте? Союзников. Союзников. Я не совсем понимаю, как их... Ну, тут мы сейчас посмотрим, куда она поедет. Так. Давайте SF. Давайте вот так вот сделаем. Две башни. Ну, мне кажется, они оттуда пойдут, да, по сути. Так. Все нормально. Давай еще один дом. Куда поедет торговая повозка, я понятия не имею. Вот куда ей ехать? Я хз. Пускай поедет, изучит карту. Не знаю. Так, ну, наверное... Наверное, сюда пойдем. Тихо, отстань. Отстреливаемся, ребята. Так, сюда ты идешь, еще одну башню делаешь. Ну что там лезут? Нет, ты просто ее строишь. И нам нужно в следующую эпоху уже валить, да? Потому что что-то... Так, во-первых, стрельбище. Сюда. Сюда стрельбище. Как на что? На В. Два стрельбища, это однозначно. И ножи они сейчас реально наваляют. Входим в следующую эпоху. Нам просто нужно... Тут еще и галеры подъехали. А что такое? А что за... Ребят... Началось-то. Так, стрельбище. Ты делай. Да, печально. Так, это на... Шестерочку, это на семерочку. Кто там напал на нас? Рыночная повозка. Ехала, ехала, не доехала. Короче, рыночная повозка, это чушь. Сколько у нас еды-то? Так, 200 золота, 800 пища. Ну, вроде нормально. Так, тут строится, тут строится. Так, тут нормально, тут нормально. Ну, давайте, наверное, сразу... Я сказал, сразу конюшни. Тоже, наверное, штучки две. А то и три. Давайте три, наверное. Я не буду рыцарей, наверное, делать, да? Потому что так понимаю, что они не очень супер-мега эффективны, поэтому. Так, тут работаем, тут работаем. Тут. Давайте еще одну башню. Вот таким вот макаром они будут защищаться. Хорошо, еще немножечко крестьян на лес. Тут уже все сделали, тут уже все сделали. Тут, наверное, построй. Наверное, построй вот такую вот штуку. И всех отправляем, наверное, вот. Вот сюда, на этот лес. Начинается веселье. Так, лучники сюда. В вышке нельзя их сажать, кстати, ребят. А я могу сажать этих товарищей в вышке? Через полчаса кино? Блин, ну тогда придется сохраняться, ребят. Могу я залезть в вышку? Нет, не могу. Ну, хорошо. Так, Жанна сюда, это сюда. Ну, я должен уже, наверное, переходить в следующую эпоху. У нас как раз на это дело хватает ресов. Здесь все нормально, здесь все нормально. Здесь мы идем сюда. Так, 800 тысяч, ага, все нормально. Угу. Понянки нормально. Идете сюда, эти идут сюда. Эти идут сюда. 6, так, лучники, лучники.
Но они пока очень слабые. Так, на А. Ну давайте пару лучников пока. Недостаточно золота. Так, ясно, на золото нужно уже направлять на количество народу. Что с лесом проблем уже нет. Тут хорошо работают вышки. Сохраняемся. Ребят, я, наверное, даже сегодня... Ну, какую, на тройку, по-моему. Я, наверное, даже сегодня постримлю, как вернусь. Так, иди сюда, на лес. Так, лучник пришел. Или нет, или я не знаю, кто это. Так, ну здесь пока только конники, а конник без ноги. Так, это сюда. Эти сюда, это так, все хорошо. Торговать ресурсами могу. Друзья, кто хочет продолжения, сегодня вечером приходите на стрим. Потому что мне очень интересно в это играть. Так, у пехоты... Вот я не знаю, пехота мне нафиг не нужна. Здесь все нормально. Есть у нас халявщики? Конечно, есть. У нас есть союзники на этой карте? Как их посмотреть, ребят? Так, ну три вышки это уже нормальная тема. Или ненормальная. Мы перешли в следующую эпоху. Аллилуйя. Сразу же крестьянам. Угу. И у нас уже... Ага, так. Пища, пища, пища. Ну, похавки нормально. Так, кавалерия. Ну, сильную. Пища, золото. Сюда. Сюда, значит, лучники. Лучники стреляют быстрее. До элитного застрельщика. Застрельщики нам нафиг не нужны. Конный лучник это сюда. И мы, по-моему, сейчас будем создавать храм. Да, а, замок можно уже замутить. Можно замутить замок, а можно замутить храм, да. Монастырь, университет. Ну, понеслась. Так, ну, монастырь поставим вот где-нибудь здесь. Здесь мы добываем. Угу. Здесь так, здесь так. Здесь еще пила. Пила, я сказал. Так, пища, древесина. У нас что-то с нямкой опять печально, поэтому... Быстро еще сюда. И еще сюда. Так, с лесом пока вроде нормально. В кузнице появляются новые грейды. Да, у нас что-то прям совсем с лесом печаль. Слава богу, они не атакуют, конечно. Не знаю, стены... Да нет, наверное, я... Так, давай же там свое зерно. Ну, кстати, если он сюда придет, он отгребет. Нам нужно, короче, я так понимаю, дальше экономику. Еще немножко экономику лучше, да, изучить. Так, ты, монастырь, быстро, монастырь, этот университет. Университет. Так, где-то так, чтобы я видел. Допустим, вот так. Угу. Тут идет добыча, тут идет добыча. Видите, я с водой нарочно не связываюсь пока. И конники S. Пока, наверное, нет. Пока не очень стараемся тратить много денег на... Так, луковая пила, лучковая или какая-то там... С едой проблема, да? Вот у нас реально единственная проблема пока это с едой. Уж мы их, как говорится, душили. Так, это у нас сюда, тут вышки. Кстати, а вышкам... Так, университет. Университет достраивается. И вот здесь мы прочнее... Где-то вот тут на вышке был грейд. Пошел грейд, хорошо, построим дом. Я не знаю, к чему это она, но кажется, сейчас намечается замес лютый. Кстати, блин, мы забыли монахи. Сейчас парочку монахов сюда, но кажется, к нам сейчас уже придут. Я не уверен, нужно ли нам вообще здесь замок, кладка с венком, правым верхним, ну, кажется, союзников и врагов. То есть у меня здесь нет союзников. Печаль.
Так, монах, монах, монах сюда, этот сюда, этот сюда. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь, Вася? Тебе просто сейчас... Так, что нужно? Пища, золото. Да, экономики, короче, не хватает. Нужно... Так, стоп. Нужно больше экономики. Но с пищей у нас постоянно какие-то проблемы. А, так, это делаем грейд. Постоянно делаем все грейды, которые только можно сделать. Есть, пошел монах. Монах становится на 5 наборщиков здоровья. И юнит обещанного монаха умирает вместо того, что переходить на сторону противника. Ты знаешь, здоровье 4 раза быстрее. Так, ну тут у нас, короче, проблема реально со всеми ресурсами подряд. А, так, значит, поэтому давайте вот эту штуку нет. С чем золотом проблема, да? Ну давайте на золото больше народу. Так, сделали этот грейд, сделаем фортиф. Нет, стоп. Между крепостной стены, так, это улучшение стрелочники, раскиньте улучшение, точнее, стрелять по движущимся целям. Что нужно для этого? Древесина, золото. Да, на золотом у нас реальные проблемы. Поэтому, наверное, можем сюда вот так сделать и вот так вот сделать. Стоп. Построим золотой прииск прям рядышком по совету трудящихся, да? Камня все меньше становится. И пора уже строить осадное орудие. Замок, я думаю, мы будем строить агрессивный. Здесь он не нужен, по сути. Так, это на восьмерочку. Халявчик, давай. Все свободные на золото, ребят. Не тупим. Я сказал на золото. Нам нужно здесь уже какую-то армию более-менее боеспособную делать. Ну, двигаться на 15% быстрее точно нужен нам такой, такая штука. Вышки стреляют. Это сюда, с лесом проблем нет. Наконец-то и с пищей проблем нет. Может, вообще стенку поставить, ребят? Есть такое вот у меня прекрасное решение. Крестьяне строят на 20%, все здания становятся на 15% прочнее. Работаем, работаем. Не, пока не агрим, конечно. Так, еще одну такую же, пожалуйста, нам. Почки по щучьи один раз царицы. Вот этого козлину можно убить. Не скакал здесь. Так, я думаю, что нужно еще одного монаха в серых штанах. Здесь восьмерочка. И не знаю, тарана, осадное орудие. Не пока, я пока не знаю. О, ребята пришли подраться. Ну это удачи вам. Монах сюда, это вам удачи, это вам удачи. Лучники здесь, вышки, ну, не, не, ребят. Это до свидания. Пока работаем грамотно. Так, юниты обращены, у нас 70% больше очков здоровья. Ну, не знаю, давайте это тоже изучим. Стены пока нет. Не тупим. Ну и все, как бы, да. Типа можно уже идти в разведку и как-то пока у нас... Не-не-не, братан, это ты, тебе удачи. Стреливать ты их будешь долго. Хорошо, теперь нам нужно, наверное, сохраниться. И, наверное, на этом будем мы пока ставить промежуточную точку. Игра не дает расслаблять булки. Ну тут жестко, да, тут нас развлекают как могут. Так. Иди на золото. Хотя с голдой тоже проблем нет. Замок нам не нужен. Делаем все грейды, которые только могут быть. Надо две кузницы сделать. Да, две кузницы, пожалуй, это хорошая идея. А ты продолжаешь лимит. Кстати, у нас реально по лимиту проблемы какие-то. К
камень вот-вот уже закончится, и нам нужно будет идти на первый замок. Ну, тараны, наверное, я просто не понимаю. Наверное, тараны, кавалерия. Тараны и какая-то кавалерия пойдет. Монахи нужны, ну, исключительно для того, чтобы... Здесь эти тоже на обороне будут исключительно. Может быть, стенку поставить, конечно. Но я не вижу смысла в ней. Кстати, вот хотелось бы... Вперед. Еще есть у нас халявчик? Да, так, смотрите, как ставить, как стенку делать? S и D, да? А как эту стенку? Ага, ясно. Ну, не знаю. Так, S и ворота ж надо сделать, да? S и Z. Это... Так, я не понял, а что это за разведчики вышли, ё-моё? Это я на какую-то не ту... S, блин, вместо AS. Ну ладно. Так, с пищей у нас реально проблемы. Иди строить, короче, дома тоже. Грейды делаем. Блин, я не на ту кнопку надашь. Ну ладно, разведчик, как раз. Иди, иди ты сюда. Ты сюда. Проверим просто, что кого. Куда и как. Стены я пока не вижу смысла здесь воздвигать. У нас все в порядке. Здесь ставим дома. Один дом, второй дом. Работаем, работаем, ребята. Не тупим. Или это максимальный лимит? Я не понял, это максимальный лимит, что ли? Слушайте, это, походу, максимальный лимит, которого я достиг. Лол. Да, я на Хан Соло иду. Ну, БСП не БСП, у меня Маша просто фанат этого всего дерьма. Поэтому... Ну, до крепостной стены я не вижу смысла улучшать, а вот, вот это все надо. На пехоту грейды не делаем. Где там у вас замки-то, ё-моё? Короче, первый замок у нас будет здесь, судя по всему, на нашем пути лежать. Давайте еще одного такого пацана сделаем. Тут крестьяне пришли. Да, ну, замес будет лютым. Замес будет лютым. Здесь очень много золота, кстати. Может быть, даже форпост сделать. Британским лучникам. А у нас такие рыцари, ребят. Спокойно, мы никаких рыцарей еще не делали. Мы пока улыбаемся только и все, и машем. Так, ну когда-нибудь там население максимальное. Да, у нас население максимальное. Вот это, конечно, лол. А как мне в следующую эпоху-то перейти? Блин, я дозор не сделал. То есть... Дома не помогут. Да, я понял, вот теперь я уже понял, что дома не помогут. У нас реально максимальный лимит. Это такой провал, ребят. Это такой провал. Провал провалов. Ну ладно, мы, короче, сохраняемся. Машуль! Я готов, если что. Ты скажи, я заканчиваю. Дрить твою масло. Ну, короче, крестьян можно будет сейчас, кстати, убивать потихонечку. Это жестоко, но... Мы собрали все золото, весь камень. С пищей тоже проблем нет, вроде, да? Так, короче, нам нужно сделать разведку. И посмотреть, где у нас, значит... И лезть тогда всей армии, а там тут поставить стену. Оборонительный замок или для нападения? Вот что. Фильм про Соул Норм. Ну вот я поеду и изучу этот вопрос. Мне кажется, первый замок здесь. На самом деле тут не так все... Сложно, мне кажется. Ну, то, что нам не дают больше лимита строить, это обидно. Надо реально рабочих грохнуть. Нужно, наверное, было разведчиков делать. Здесь мы выдержим. О, какие красавцы. Ладно. Так, здесь есть замок. Вот главный наш. Да отцепись ты, ё-моё. У вас тут замок есть или нет? Мужчина.
А вот они на нас пошли, лучники. Невероятно сложные. Короче, понятно. В целом и в общем, вот здесь у них есть, наверное, замок. Я туда так и не смог доехать. Да, вашу жметь. Вот он, первый наш замок, который мы будем атаковать. А как я буду это атаковать? Ну, во-первых, как убить юнита? Делит. Нам нужно сейчас, наверное... Да, и на золото тоже ребята уже могут спокойно... Тихо, отнесите сначала. Да в смысле, что я ж... Делит! А, блин, делит. Короче, вот таким вот макаром, я думаю, буду их сейчас гасить. Освобождая лимиты. Надо строить стенобитки, конечно же. Ага, конечно. Ага, сейчас. Монахи, стоим. Стенобитки. Ну, тараны, наверное. Блин, мы пока с таранами доедем. Ну, а что делать? Таранов нужно побольше. Все, мы нормально так, кстати, нарубили капусты. Побольше таранов. Я, вы знаете, даже одну... Манганел? Не, манганел не будем строить. С. Короче, нам нужны рыцари, я так понимаю, и эти ребята. Монахи нужны, возможно, тоже. Замок. Замок один оборонительный, скорее всего, один для нападения. Сколько у нас замок-то стоит? Замок у нас стоит 488, лол. Давайте просто здесь вот поставим его... Вот так. Нет, вот так. Они же сюда лезут постоянно. Что? Что за гей со мной только что разговаривал? Я не понял. Жанна отправляется нафиг из группы подальше отсюда. Так, FFFF. Здесь, соответственно, новая лесопилочка. Давайте вот сюда вот ее шпильнем. Короче, на замке, да, будем здесь защищаться. Таран. Замок делается, камня еще достаточно будет до... Ну да, здесь мы должны будем отковыряться, отпыхаться. Ну и надо будет идти вперед. Маша! Мы идем? Все, друзья, давайте на данный момент пока поставим по двоеточие, потому что я сегодня хочу вечером попробовать это все закончить. Продолжим где-то часов 10. Так, это сюда у нас, да. Угу. Я хотел, кстати, проверить еще один. Так, SQ. Раз. И 2 SQ. Мы достигли максимального лимита, но тем не менее, делаем пока грейды. Вот такую штуку обязательно загрейдим. Кого-то замочили. И я, кстати, еще, по-моему, я хочу проверить, можно ли... Да, можно разместить. Интересно, вот тут лучник, он будет стрелять отсюда или нет? Это важнейший момент. А, и у нас замка нету, да? Вышли, у нас нет замка. Сейчас быстренько строим замок. С. А, господи, вот же он строится. Что ты тупишь-то, Бонич? Так, это сюда еще парочку так. Это сюда парочку так. Все грейды готовятся. В кузнице мы сейчас делаем грейд на копейщиков. Короче, я хочу построить копейщиков в связи с тем, что... У меня неплохо все по ресурсам. В связи с тем, что... Вообще без вариантов. Все умрут, а я останусь. Так, еще один товарищ идет достраивать замок. Это у нас пускай будет на 8. Я хочу сделать пикинеров. И грейд на эту штуку. Дело в том, что... Отлично, замок. Что у нас в замке могут быть? Подрывники наняты и метатели пропускания пехниц, которые могут атаковать на расстоянии, бонус к атаке против зданий. Улучшенная атака, броня. Но у меня лимита мало, да? У меня 69 лимита. Я хочу сделать...
пикинеров. Давайте вот сюда, вот к лесу, вы сюда, тут все нормально. Грейды делаются, еще один грейд. Мы скоро пойдем в атаку. Вот, что, опять что ли? А, нет, нормально. Сохраняемся, давайте на пятерку, мы ничего особо не поменяли. Так вот, я делаю пикинеров, потому что я помню, что как только я пойду в атаку вот на этих ребят, откуда-то выйдут чудесные джентльмены, монахи здесь. Как зайти в здание? Стоп. Зайти в здание. Разместить в здание. G. Это мы так просто. А тут клавиша T указать место сбора. Угу. Вот. Ну, теперь у меня есть замок. И, возможно, даже, не знаю, у меня есть энное количество камня халявного. Можно, можно построить стену. S, стена, D. Нет, давайте S, не знаю, ворота. Я просто не в курсе, что произойдет, если я пойду в атаку. Ну ладно. Стрельбище, стрельбище. Что это такое? Получение совершается на более сильных воинов. Вот, пикинеры. Мне кажется, нужно их создать на S-очку. И пойти в атаку. У меня уже достаточное количество. На девятку, да? На восьмерку. На восьмерку. Сейчас наштампуем пикинеров. Пикинеров, мне кажется, это я переборщил немножко. Дело в том, что эти пикинеры, они неплохо справляются с кавалерией. Лучников мы размещаем вот в этих наших таранах. Я не знаю, будут ли они атаковать. Го-го-го. Давай, 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 ребят. Размещаемся, размещаемся. Пикинеров я на двоечку. И у вас будет тоже оборонительная тактика. Ну что, надо идти. Надо идти, ребята, и атаковать. Так, это кто? Ты кто у нас? Ты у нас мечник. Ну, пускай ты тоже будешь. Господи. Все, поехали, ребят. Поехали, мы достигли максимального лимита. Так, через Ctrl добавляем. Монахи, монахи. Вот где должны стоять монахи? Ну, для начала, наверное, нужно развалить эту вышку. Вот я не уверен, что как вы... Ну, посмотрим, будут ли лучники из таранов стрелять. Через Alt так. Я, как вы видите, все-таки наладил обратную связь с чатами. Так, это сюда. Тараны, поехали, поехали. Давайте убьем вышку. Лучники здесь. Так. Ну, это как дирижабль. В таранах не атакуют. Это как дирижабль в Варкрафте. Но тогда я не вижу смысла, а в чем цемест переносить? Как теперь найти вот... А, у меня флажочками помечены те тараны, которые... Вытащить из здания всех на... Ну, пойдемте вперед. Так, 7 у нас лошади, 8 это, 6 это... Убиваем вышку. Вот, вот смотрите, сейчас как пикинеры здорово будут мочить этих конников. Должны, по крайней мере. Здесь мы будем... Здесь мы, наверное, будем, знаете, что делать? А нет, тут вообще без вариантов. Тут всех перемесят, перемочат. Так, развалили. Теперь нам нужно немножечко так еще сюда. Этих сюда, ребят, для того, чтобы чинить. Вообще без шансов. Так, ребята, как обращать-то? Обратите к Ю. Ну, уже. Так, ты сюда. А-а. Ты что тут пишешь? Непонятно. Я же вроде дал приказ. Угу, дал приказ ему на север, ей в другую сторону. Медленно все делаю, но... Оп-оп, иди сюда, иди сюда. Ладно, без вариантов. Так, ребята. Они, короче, докучают. Так, Д, это сюда. Жанна здесь стоит просто на... Угу. И мы едем дальше. Так, Z. Вытащить. Так, приказать атаковать. Как вытащить народ-то отсюда? Z, клавиша Z. Нажимаю Z. Так, вот так вот. Ну, постигаем игру, ребят. Пускай у нас будут
пойму. Как их объединить, например, с лучниками? А, вот так, все-таки шифтом, да? Хорошо. Гоу шифтом, эти ребята на Д. Оборонительную тактику. Вообще лучникам лучше стоять на месте и не двигаться. Ну, едем дальше. Вообще-то Лягир, он какой-то, видимо, мега крутой воин. Едем дальше. 76 лимита, мы там кого-то обратили. Давайте попробуем, знаете, как сделать? Вот так вот обойти. Я сказал, вот так вот обойти. Вообще долго, наверное, мы будем атаковать эту хрень. Но нам нужно, наверное, атаковать не со стороны вышек, а со стороны вот этой стены, там, где вышек нет. Я надеюсь, что это у нас получится. Так, теперь, что у нас по свободным крестьянам? Ну, а почему вы не чините-то вышку? Давай, чиним. Три крепости развалить. Так, элитный застрельщик нам особо не нужен. Так, приезжаем мы сюда. Лимита у нас не так много. Может быть, наверное, парочку монахов. Хотя у меня оверлимит уже имеется. Ладно, пока едут наши тараны. О, кстати, золотишко здесь можно намыть, да? Золотишко это полезная субстанция. Давайте, наверное, тогда... А, вот сюда вот еще одну лесопилочку. А вас отправим намывать. Где тут золотишко-то? Е. Угу. Сейчас будет мега замес. Я надеюсь, что мы справимся. Наша медленная армия потихонечку ползет. Как часто проверяешь чат? Ну, посматриваю иногда. Проще было под противником построить здание, чтобы быстрее тараны так долго не ехали. Я думаю, это сейчас сделаем со следующей атаки. Мы еще и замок построим, и, в общем, все будет хорошо. Кстати, тараны нужно... Тараны тоже нужно на что-то... Давайте так, на девятку тараны. Потому что это шестерка стрельбище, семерка конюшни, восьмерка... Угу, девятка тарана, запомним. Посмотрим. Сейчас, наверное, нужно было попробовать перевести крестьян и подчинить их, да? Кстати, это... Так, ну-ка давайте вломим этим ребятам. Да, тут не получится. Тут, короче, SF. Нужна вышка. Что, он не уменьшил количество крестьян? Да ты отвали, блин, козлина. Иди сюда, говнюк. Мы же в башне тоже можем прятать, да, соответственно. Ну-ка, пошли, ребята. Тут над трупиком поглумился. Поглумимся немножко. Сторожевая вышка. Да, компьютер не дает уже нормально жить спокойно. Ну где вы там идете, нет? Давайте быстро вышечку. И рудничок. Ну хочется золото подобывать как-то. Ну, я не пойму. А, у нас уже все эти освободились. Хорошо. Давай. Вышечку тоже. Тут разведка боем. Все, нам пора, ребят. Давайте сохранимся. В атаку уже надо идти, потому что пока все вроде спокойно в Багдаде. Такая спокойная миссия. Оборонительная тактика вам защитная. Ну, ломаем первую кабину. Сейчас мы посмотрим, насколько... Ага, все. Стоим, улыбаемся, лучниками перестреливаемся. И ломаем тут стену. Хорошо, замок есть, но тут лучников не так много. Мы, я думаю, что справимся здесь. Так, стрельбище. Наверное, еще лучников можно парочку. О! Коня. Хорошо, работаем. Как защищать? W. Кони защищают эту штуку. Вот эту штуку защищают коня. Тарана так просто не застрелишь. Стена ломается. Хорошую такую тактику мы приняли. Ломаем стены. Девяточка, еще тараны, да, наверное.
Вот сейчас мы быстренько коню, смотрите, наваляем. Да, хорошо, копейщики работают. Едем сюда. Кони защищают вот эту штуку. Копейщики здесь. Тараны долго тупят, но что делать? К сожалению, не удается мне грамотно... Ладно, давайте, надо попробовать заехать просто спокойно. Так, здесь эти ребята, здесь эти. Так, мне понравилось пикинеров, сколько на S. Идем вперед, коней назад, и вот этих вот монахов, наверное, направим подхиливать. Так. Пошла серьезная атака, но мы справляемся пока. Давайте еще чуть больше. 6-6. Так, лучников тоже на А. Все идут. Замок должен развалиться рано или поздно. Монахи идут. Просто идет до заказ постоянный. И сейчас замку придет. Придут кранты. Надо коней, наверное, направить назад. Все, отлично, ушли. Французы атакуют наши замки, мы просто уходим. Так, где наши монахи там, ё-моё? Иди подхиливай. 7, да? Так, иди сюда, маленький. Ну, если что, новых настроим, мы идем назад просто захиливаться. Нормально, живцел орел. Замка нет. Спокойненько. Так, лучники АА. Ну, здесь, конечно, здесь пикинеры отлично работают. На С, да? Что как раз вот конникам очень плохо живется в этом мире. Тут подхиливаем, тут несем. Пикинеры вот реально здорово работают по этим конным товарищам. Ну, следующую, кстати говоря... Слушайте, да, тут нам драться вообще не имеет смысла, мы едем назад. Отступаем назад, первый замок минус, и все вроде хорошо. Едем, едем, едем назад. СС, сюда-сюда, армия-сюда, армия-сюда. Немножко нам тут вломили, конечно, но ничего. Пускай нападают на... Оу-оу-оу-оу. Так, короче. Значит, нам из храма нужно еще два монаха. Монахи на А. Идите сюда подхиливать. Они поедут вниз, да? Бог с вами. Кстати, здесь есть еще один замок. Вот это хорошая новость. Они полезли вниз. Хорошо. Сволочи. Сволочи, они полезли вниз. А у нас точка сбора кривая. Ё-моё. Так. С сюда. Блин, криво, все криво. Собираем золото. Собираем золото. Сражаемся. Как никогда. Пошли эти ребята. Пошли эти ребята. Идете подхиливать сюда. Ё-моё, нам сейчас тут реально развалят кабинет. Короче, ребята. Все понятно. Не стоит там драться, в общем. Я пытаюсь познать вообще суть этой игры.
И суть игры в том, что будет ответная контратака. И здесь нужен... Вообще в другом месте был замок. Они плохо хилят. Ну, не знаю насчет переманивания коней, Радарина. Так, ладно, давайте загрузимся еще раз. И попробуем провести эту атаку нормально. Под словом нормально, я полагаю, что мы, наверное, здесь... Что мы, наверное, здесь правильным образом... Сюда. Да господи, как тебя добавить в группу-то, ну? Shift. Так, а что если мы построим еще здесь замок? Ну, видимо, они просто идут справа, и мы даже не знали, что есть справа, ребята. Мне кажется, нужно идти строить замок, знаете, какой перевалочный. Перевалочный замок. Есть у меня идейка одна, потому что здесь все-таки тяжеловато. С, С. Замок. И вот где-то здесь вот мы построим замок, который будет, в общем-то, у нас... Идите, вы тоже помогайте. Который будет помогать... Я здесь спрячу юниты после атаки. Это, наверное, как-то переназначить наших ребят. Монахи, идите тоже под замок, будете стоять под замком. Нам нужен перевалочный пункт, где мы сможем таки как-то выживать. Теперь здание переназначаем. Давай. Тут так. Ну что такое? Что ты тупишь-то, друг? Мы их быстро грохнем. Пойдем там в атаку. Поломаем тут, поломаем здесь. Замок строим. Разведка идет. Наверное, блин, я не знаю даже. Стена, не стена. Ну, видим. Кстати, давайте вот эту хрень еще тоже сломаем. И еще немножечко таранов. Два замка мы, короче, здесь поблизости сломаем. Это хорошо. И монахи. Блин, вот что за точка сбора кривая? Монахи, а где монахи-то вообще? Ага, они уже здесь, хорошо. А, мы им тут нарушили планы, да? Ну ничего страшного. Сражаемся, монахи сюда, на подхил. Да, очень много зданий, конечно, кью, да? А, еще парочку сюда. У нас full limit. Угу, здесь у нас вкусно. Конечно, неплохо компьютер контролит, надо конями всех догнать, достать и убить. Все, минус все лучники. Хорошо. Вы пока идете на золото. Вы пока идете сюда. А вы идете ломать базу. Итак, сохраняемся. Сейчас будет, наверное, правильная атака. Мы примем бой немножко в другом месте. А можно вас сразу переманить? Вдруг. Так. Сюда. Идешь сюда. Так, еще пару монахов, если можно. Да, население максимально, ничего не сделать. Тут у нас битва года. Тут у нас конь. У нас вообще просто нереальное сражение. Все прут на замок, это хорошо. А мы, ребят, на починку замка отправляем. Блин, сволочи, монаха убили, это плохо. Ну, замок довольно быстро, кстати, справится здесь. Должен, по крайней мере. Оп. Ну, вы запаритесь пыль глотать, ребят.
Или не запаритесь, я не знаю. Так, монахи идут, стены ломаются. И мы идем вот сюда. Геморная миссия немножечко, да? Тут надо, короче говоря... Да, нет, этот замок вы будете долго убивать, ребят. Прям удачи вам вообще. Так, еще немного таранов. Давайте сразу на замок они поедут. Здесь так, спокойненько стоим. Тут потихонечку умирает народ. Может, этих метателей топоров зафигарим? Тут у нас, конечно, я понимаю, перенаселение. Ползем, едем. Ну и все, собственно говоря, минус. Иди почини замок. И тут не забывать делать дополнительные поля. Так, надо, наверное, захилиться. Наверное, будет все минус. Должны пробрить. Здесь сюда, здесь сюда. Здесь идет на золото, тетка. И что у нас? Нам нужно пару монахов, конечно, как-то себе организовать. Но население максимальное. Да, у нас, конечно, ограниченный лимит нас очень сильно напряг. Этот парень вообще стоит, улыбается. Нормально, живем. Вот это бы все отхилит, конечно. Я был бы не против вообще. Все. Минус, 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 минус. Хорошо. О, мужик, давай сюда. Я так счастлив, что ты пришел. И вот эти вот товарищи тоже сюда едут. Сейчас будем отбиваться здесь. Давайте сохранимся. Допустим, на шестерочку. В замке хилятся норм же. Кстати, я не знаю, что в замке хилятся, что ли. А как туда попасть? Да ладно, ладно, ребят, вы чего? Так, все в замок. А, в замке хилятся, лол. Я просто в шоке, ребят. Я просто в шоке. От этих вот новостей. Здесь пацаны тоже сюда в замок. Джи, да? Джи в замок. В замке сейчас максимальное количество народа. Здесь отменяем. Я же сделал еще грейд специальный. Ну, не знаю. Ты что, офигел? Ты же просто разведчик, лол. Ты же просто разведчик. Ты чего, мужик? Добрый вечер. Так, давайте монаха одного вытащим, пускай хилит. Пускай занимается своим делом. Так, на меня тяжелое нападение сейчас будет. Пока стоим здесь. Вы, ребята, идете чинить. Ой, много народа. Спрятались. Ё-моё, сколько же здесь народу-то, а? Вы идете убивать. И сейчас всем выйти из замка, Давай. Замок, живи! Живи, замок! Нормально! Зараза. Ну все, минус. Сволочи! Развалили таки нам замок. Кстати, а второй замок где взять? Ну, блин, печаль. Ладно. Мы чемпионы. Тем не менее. Хорошо, так. Блин, надо было чинить всей толпой.
и убейте этих ребят. Все, мы как бы тут отбились. У нас есть вот такие штуки, у нас есть такие штуки. Так, у нас есть вот так. А лучники нужны нам? Ну, пускай будет. Ну, что там? Ну, там же нам убивают, ребята. Вы что, не видите, что ли? Рынок убивают. Спокойненько, подошли, посражались. Блин, сюда идут эти ребята на золото, да, золотишко намоем. Теперь нам нужно сделать разведочку. Фуф. Ну, давайте, навалите им, пожалуйста. Вы же типа рыцаря. Ну, молодцы и все такое. Это минус, это минус. Это минус, это минус. Так. Ну тут все-таки вломили. Хорошо, камень. Надо купить камень, короче. Я погибну за Англию, но это тебе удача. Монахи всех отхилят. Очень много таранов у нас здесь. И нам нужно... Знаете, что нам нужно? Во-первых, таранов действительно у нас слишком много. Переизбыток таранов. Здесь мы отобьемся, здесь мы отобьемся. Так, ну да будет, допустим, давайте сохранимся. Мы всего лишь потеряли замок, подумаешь. Делов-то. Здорово, Зефир. Если в замке или в башне сидят люди, то они еще и атаку замка усиляют. Да, я понял, после компании вытаскивай пуха и го 2 на 2 в АУЕ. Интересное, интересное предложение. Так, я все-таки еще один замок воздвигну с вашего позволения, да, спасибо. Так. Тут никто не халявит, тут никто не халявит, тут никто не халявит, хорошо. Все время на нас кто-то нападает, нам нужно понять. Где монахи, монахи здесь. Давай, будешь за нас. Нет? Еее. Нормально, чиним, строим, строим, чиним. Камней не так много, но очень много еды. Давайте продавать. Твою мать, давайте продавать еду. Тьфу! Чтоб вас, черти, изнасиловали 17 раз. Так. Т. Б. А ну-ка, ребята. Отакен шлёсен. Б. Сейчас вам вломят, сволочи. Ребята, с леса. Чините. Маленький, ты офигел, что ли? Чини, чини. У нас армии не так много, да, осталось? Так, откуда вы вообще беретесь? Короче, нужны стены, да, все-таки? Нужны стены. Да убейте же его, вашу же мать, а. Как они проходят? Да, нужны стены, короче. Они как-то очень странно двигаются по очень странной траектории. Так, рынок поставим возле замка. Здесь постоянные атаки на нас. Ничего. Так, здесь метатели топоров пошли. И... Все, минус. Возвращаться. Возвращаться к делам. А вы идите хилиться к монахам. Хорошо. Блин, да не очень хорошо. Надо просто посмотреть, что дальше. Два замка мы грохнем. Два замка мы грохнем. Ты что стоишь, тупишь? Давай сюда. Иди добывай золото. Ой, блин. Так. Идите сюда, захилимся. Окей. Требует, конечно, игра определенных. О, да, здрасте. Так, Жанна, давай, влами. Тут постоянно кто-то едет на нас, да? Неприятный момент, конечно.
Ладно, поехали, наверное, ребята, вот сюда, вот на городской центр. Идем сюда, сюда, сюда. И идем в атаку. Блин, ну твою мать, ну как ты Жанну-то потерял? Ладно, ничего. Загружаемся. Жека, ну вот видишь, мы рады, что смогли тебе какие-то в жизни загадки загадать, от которых... Так я не понял. Это у нас что, мы, получается, еще и замок будем строить? А ё-моё, ладно. Я, в принципе-то, умею играть в эпоху Империи, мой друг. Просто так, давай, идем сюда, продаем еду. Покупаем камень. Строим замок. Да, ребята, тут решили подраться, конечно, вовремя. Здесь мы городской колокол созываем. И вот сюда вот мы идем быстренько. Жанну главное не потерять в этой всей вакханалии. Да, короче, проблема в том, что... Блин, я не сохранился, конечно, это проблема. Ладно. Рыцарь, рыцарь. Чините, ребята, что чинить-то не можете? Ну? Метатели топоров просто крошатся от рыцарей в момент. Он мою защиту разрушает, да? Да как здесь отбиваться, вообще непонятно. Ничего, у нас есть еще порох в пороховницах. Крестьяне атакуем. Живем. Ну эти уж очень жесткие пацаны. Все, отлично. Ребята, вы строите рынок, и сейчас будем сохраняться. К нам еще приедут вот эти ребята. Тут атака по зданиям будет усиленная. Нужны пикинеры, короче, я понял. Нужны пикинеры. Вы идете сюда, и сейчас мы будем сохраняться. Тут, значит, отменяем колокол. Здесь так. Хавки у нас просто море. Раз, два. Да твою мать! Что ж за день-то такой, а? Откуда вы приехали? Откуда вы приезжаете все? Я не понимаю. Ладно, ничего. Так, ломаем здесь. Ломать не строить. Конники нужны, конечно. А, можно, правда, еще продавать еду. Продать еду, пока она еще хоть что-то стоит. И давайте сейчас уже пойдем в атаку, потому что это просто какая-то лютая, лютый трэш. Алло, ребят, вы чё, отбитые что ли совсем? Атаковать же надо, ё-моё, как же тупят-то дико, товарищи. Так, быстро сюда. Куда они пошли-то? Четыре, блин, эти хрени. А, они же с другой эпохи. Видите, они из другой эпохи. А это, конечно... Ну, давайте, ладно, мы как раз замок вот здесь вот построим. Это не замок, а так даже лучше, наверное, да? Ратушу. Может быть, посражаемся все-таки, ребят. Я умоляю вас. Молю просто, заклинаю всеми богами. Так, идете сюда, все, все, можно уже пойти посражаться. Спасибо за поддержку, ребят, нет, не успели, убили. Так, теперь давайте все-таки
Второй отряд у нас. MST.Шамбля. Сюда. Поддержал канал Настя. Сюда. 50, все, мы научились хотя бы. 00 запятая рублей сообщает, ну, громко за что-то. Караваны. Грабь, насилуй, убивай. Все во имя добра. Тяжело, тяжело, да. Но во имя добра мы, конечно, будем справляться. Спасибо, Шамблер, большое. Все. Блин. Идете сюда, идете сюда. Окей, давайте хилимся. Монахи, ну может вы начнете хилить? Вы, ребята, сюда, вы сюда. Все, мы пойдем в атаку сейчас, надоело. Тут, понимаешь, на нас какие-то постоянно... Так, а вы что стоите-то? Нет, идите сюда, идете сюда. Все, вперед. Ну, пора, ребят. Так, нет, стоп, давайте конникам разведаем, че кого. Будет еще одна атака на нас после этой. Но мы сейчас посмотрим, где замок. Как вообще, что с чем едят. Да, ну вот он, замок. Блин, мы здесь не сдюжим, да? Или сдюжим? Надо сразу пацанами идти. Наверное, вот здесь вот и пойдем ломать. Так, веры не хватает, пацаны. Ну, что такое? Маны нету. Так, захилили. Все, пошли в атаку, короче. Эти стоят, улыбаются. Все, вперед, короче. Давайте уже сломаем нахрен тут жизнь всем. Угу, понятно, тут все понятно, тут все понятно. Тут идем. Тут нормально. Тут убиваем. Тут контролим, ребят. Так. Блин, пали. Эти пали. У нас пацаны едут. Хорошо. Сейчас мы... разломаем здесь кабину всем. Тут что? Нет, тут все нормально. Жанна, иди в замок, наверное. Там вообще запаритесь пыль глотать, если честно. Блин, что-то какая-то жесткая атака прямо с замка. Может быть, пацаны, будете чинить? Будете чинить? Мы стену сломаем сегодня или нет? Чиним. Ломаем. Как же тупят, ребята, ё-моё, это просто жуть. Так. 9. Должны сломать, кстати, тут замок-то. Замка того. И вот здесь будем сейчас отбиваться. Тут выживаем. Давайте вот таких вот ребят сюда. Здесь все умерли внезапно. И здесь минус замок будет, да. Довольно быстро, кстати, ломается. Я просто что-то недооценивал убойную мощь своих. Идемте сюда. И давайте сохранимся, посмотрим, мы тут сможем вообще выдержать на восьмерочку. Фух, тяжко. Ничего, прорвемся. Ответят опера. Чё, здесь что делаешь? Иди сюда, иди, золотишко намывай. Кто лезет-то? Не пойму ничего. А, вот он где. Так, 9, нет, 8. Давайте парочку пикинеров. Сражаться. Приведем его в замок. Жанна ему вломит, наконец. Так,
Чиним. А там будет долго убивать. Хотя, если сейчас... Вот, да, пикинерша саму объяснит. Почем фунт изюму? Так, 8. Еще пару пикинеров. Да отвали ты, мужик. Слушай, ты какой-то мурый. Так, вы идете сюда. А вы идете сюда. Все, живем. Отошли, улыбаемся. Так, атака будет. Почитай комменты, если не сложно. Я много полезных советов дал. Бро, ну тяжело одновременно читать комменты. И я буду поглядывать, безусловно. Дружище. Так, отошли, замок развалили. Все, здесь остался последний замок. Где-то вот, может быть, он тут есть. Давайте посмотрим. Давайте разведаем. Смотрим, что кого. Блин, у нас столько этих таранов, что... Так, хавки много, я думаю, что мы справимся. Блин, что-то я переборщил, наверное, с этими орудиями метательными. Ну все. Может, вы отстанете? Нет. А куда вы поедете? Так, это у вас тут вообще город. Город-сад. Замок есть у вас тут? Замка нет. СС. Чего? Лягир был смертельно ранен. Дай бог бы с ним. Дай бог ему, конечно. Дай бог ему жену богатую. Отвалите только от монахов, сволочи. Так, надо понять, где здесь я реально немножечко затухаю в этом всем постоянном. Так, надо постоянно заказывать. 6. Нет, 8, 9. СС. Сюда. Конников очень много, я думаю, что мы как раз через них и будем играть. Ё-моё, сломали нам снова рынок. Да вашу ж мать. Короче, разведываем. Здесь замок держится. Построй снова нам рынок. Я просто не знаю, зачем он нам, но нам его постоянно ломают. Это какая-то борьба за сферы влияния. Вы куда, ребят? Вы что, совсем отмороженные? Мне нужно понять, где чертов замок. Еще один. Еще один замок нам нужен. Аж осталось-то немного, на самом деле. Ты что с ним поехал? Вы выходите. Выходи третий. Начинайте подхиливать. Ты что с ним? Да господи, я тебя одного выделял. Давайте сохранимся. Мы тут отбили кое-как атаку. В принципе, жить можно. Где там тараны вражеские ползут? Вижу, да. Отбились. Так, с этим не деремся. Монахи, можете начинать... Можете начинать хилить? Тут замка нет. Надо найти еще один. Но, видимо, он в самой жопе где-то будет находиться. Ничего, мы переживем. Блин, я монаха зацепил. Вломите ему. Да, далековато. Может быть, здесь? Ну, пожалуйста, разместите замок-то, ё-моё, англичане. Там нам осталось, ну, совсем немножечко. Видимо, замка нет. Да, замка нет, к сожалению. Ну, ладно. Два убили здесь, и придется нам как-то... Тут вообще пофигу. Так, ладно. Да не дерись ты, нам надо замок разведать. Ну вот он, короче. А есть еще где-нибудь? Ну, давайте вот сюда вот попробуем. Как минимум, тут всего три замка, к сожалению. И, к сожалению, нам придется... Да куда вы, ребят? Слушайте, да, это очень геморройная игра в плане... контроля, постоянно экшон происходит. Идите в замок, короче. Все в замок.
Нападайте на замок сколько угодно, ребят. Да, тут все укреплено просто до жопы. Угу. Ну вот надо, вот этот вот мелкий замок нам нужно будет, короче, пробрить. Наверное, мы туда сейчас и пойдем с походом. Вот печаль, конечно. Это просто ехать хрен знает куда. Куда они пошли, я не понимаю. Хильтесь, пожалуйста. Ты чини. Да, компьютер постоянно геморроит. Что уж тут говорить. Короче, ясно. Вот сюда нужно идти. Причем вот как-то вот сюда вот. А я не знаю, как это сделать. Если мы пойдем по дороге, просто по дорожке так пройдем и пробреем его, да? Ну да, надо сейчас выдвигаться, короче. Просто, ну... Что творят? Классно катят, кстати. Ну, блин, ребят, ну вы совсем тупенькие. Вы же рыцари, ё-моё. Работайте, работайте, работайте. Вас катит, блин, 4 лучника. Так, ССС, пикинеров тоже на С. У нас все есть, нам нужно как-то... Ну, давайте, мочканите его уже. Ну, все, слава богу. Блин, вот эти вот постоянные тыдын, тыдын, геморроя тоже. Так, все, вышли, короче. Короче, все, нам нужно выдвигаться. Ребят, вам нужно вот сюда вот пройти и попробовать построить замок. Я понимаю, что это практически невозможно, но... А вдруг? Здесь мы будем отбиваться так. Здесь мы поедем сюда. Все битое, конечно, в хлам. Все. Тут будем отбиваться, как умеем. Все, пойдемте. Ну ты чё там? Молодец, мужик. Защищаем. Ну, может, подеретесь, нет? Не хотите? Ё-моё, как же тяжко тут, а? Так, сюда, сюда. Нам главное тараны довести до... А как мы тут пройдем-то? Хоть ребята прошли. А, ну вы молодцы, вы выбрали самую, сука, нормальную дорогу. Браво, браво. Все, пойдем, дебилы. Дебилушки мои, пойдем, 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 пойдем. Какая же жесть эта игра. Каким-то макаром совершенно невероятно мы, наверное, пройдем сюда. Да вы можете вот убивать, ребят, вы чего? Вам реально, вы на меня троллите, что ли? Вам что-то некого убивать? Я просто охренею, без баяна. Как же тупить тут АИ? Просто люто. Ну ладно, мы должны доехать. Я говорю, поехали, алло! Джентльмены! Да, нам придется перебазироваться. Едем в Магадан. Эти ребята едут сюда. Наш будет. Монахи сюда. Эти сюда. Это чинить, чинить, все чинить. Битый в хлам. Все, пофигу на этот замок, если честно, мне уже. Здесь, блин, непонятно, люди. Ну, ладно, нямки у нас очень много. С лесом тоже вроде проблем нет. Так, точнее, вот эту хрень. Тут нужно просто успевать.
Отойдем сюда и подчиниваем, подчиниваем, подчиниваем. Надеюсь, мы когда-нибудь успеем. Так, идем сюда. Просто прячемся. Здесь пофигу, здесь продаем нямку. Уже вообще за бесценок, да? И вы не поверите, ребят, а монахи остались здесь. Просто шикарное решение от монахов. Ну, я же их не контролил. Идите сюда, будете здесь тусить. Мы почти дошли, ребят. Просто аллилуйя. Битва года, замок помогает, и тараны идут в атаку. Тетка, хиль. Блин, все-таки успели, да? Так, а у нас есть этот центр дурацкий? Давайте все в сад. Тихо, не трогайте наши тараны, сволочи. Не трогайте наши тараны, маленькие мрази. Тут хилимся, тут пробиваем. Тут назад. Ну все, на пофигу, сейчас просто штампуем этих ребят и ломайте стену. Так, теперь нам нужно срочно сделать, наверное... О, монахи пришли, ё-моё, вот это счастье привалило. Куда вы? Так, это сюда, ну давайте разваливайте, ребят. Вы должны ее развалить когда-нибудь, рано или поздно. Давайте из этих топорщиков, которые могут... Нахер работает. Нормально, нормально. Идет лютый замес. Тут наши пацаны решили вообще посражаться вот где. Здесь идет ломание стены. Мы ее сломаем рано или поздно. Замок помогает. Тарана все меньше и меньше. Еще этих ребят. Вы ж против здания атакуете с бонусом. Давай. Какая долгая, мучительная миссия. Вы будете ломать? Я вообще не понимаю, ломается стена, не ломается. Все, вперед. Ну я не знаю, что нужно для того, чтобы... Так, это идет сюда. Все, счастье. Это счастье идет сюда. Это идет сюда, и приезжают наши ребята. Все, кажется, мы это сломаем, но если конники не будут тупить... Здесь замок еще держится, и довольно долго. Здесь у нас все хорошо. Третьему замку кранты, я точно знаю. Правда, у меня пацаны поехали, ну, просто решили погулять. Давайте, кони, все на замок, короче, ребят. Тут, как знаете, как в... Вот, давайте, атака по замку всей толпой. Этих пацанов нанимаем. У нас не осталось золота, но это вообще никого не волнует в данной ситуации. Мы нашли слабое место и будем его таранить. Кони решают все-таки, что казарма им милее. Это правильное решение. Затупили в очередные два тарана. Я не понимаю, почему они не могут. Все, победа, друзья. Ну, мы на харде это тоже одолели. Хотя было тяжко. Это был последний замок, британцы, сдавайтесь, бла-бла-бла, Жанна д'Арк всем вломила. Ну, дико тугая миссия, я бы так сказал. Вообще-то хорошо игра, согласен. Не играл в АОЕ, что заходящий сарай. Ну, это такие вот тараны, которые единственные могут нормально уничтожать здания пока. Потом у меня появятся более крутые юниты, но пока у меня их нет. Жека, а в чем, собственно говоря, твой вопрос, проблема, я не знаю, что тебя беспокоит в моем графике и в моих стримах? Такое ощущение, что... Так, выходим здесь. Такое ощущение, что ты как-то... Тебя так как-то лично задевает тот факт, что я стримлю. Мне 34, чтобы тебе еще больше пригорело года.
И да, я стримлю, но я вообще не понимаю, в чем стоит твой вопрос. Да, так и есть, стримлю. Мне хватает времени на все. После Паттайи миф о неуязвимости британцев оказался развеян. Теперь наша армия знает, что может победить, но для этого нужна решимость и хитрость. Нет, для этого нужна 8 рук и мышка, я думаю, и 8 мышек. Британцы смертоноснейшие из врагов, и вот уже в который раз их лучники отбили атаку французских рыцарей. Так. Привет, Фигус. Никогда, наверное. Теперь еще и враг с нашей стороны. Советники Дофина все тянут время, плетя интриги и завидуя тому, как влиятельна стала Жанна при дворе. Какая вот влиятельная мадемуазель. Молю Бога о том, чтобы Жанна успела выполнить свою священную миссию, прежде чем советники Дофина предадут ее. А у меня плохие новости для тебя. Неизвестный и незабвенный диктор. Как бы ее сожгут в конце. Там я был в будущем.